Всем привет, меня зовут Роман. Опять у меня получился какой-то камень. Использовал я здесь венецианку обычную, не полупрозрачную. Это венецианка с компанией Freedom Venedig. Для прорисовки вот этих всех деталей. То есть весь полностью рисунок, отпечаточки в романской технике. Все сделалось с помощью Venedig. И уже поверху, когда я увидел, что есть микрораковинки, микроцарапинки, я стянул полупрозрачный, как-то немножко пришлифовал. Вот здесь, например, хорошо видно, что под ней есть какая-то детализация. Это не стертая полупрозрачная венециана. И вот здесь тоже присутствует венециана. И здесь кусочек тоже не стертый. Дала какой-то свой смысл с полупрозрачностью. Вот как я не люблю, я попробовал прорисовать кисточкой, подчеркнуть некоторые детали. Ну вот это в романской технике. Вот это все в романской технике. Отпечатки я отпечатывал. Вот здесь под полупрозрачным слоем есть отпечатанные прожилки. И вот это сверху я уже дорисовывал кисточкой. Нулевка или 2.0. Опять же могу сказать, материал очень хорошо ложится. И полупрозрачная дала тоже свой эффект. По детализации Venedig отлично отработал. Отпечаталось очень-очень красиво. Детализация исполнилась высокая. Вот. Каждый миллиметр, каждый сантиметр, весь рисунок, весь в крутой, очень мелкой, хорошей такой детализации, как будто бы микро камушки, микро песочек. Все видно в детализации, все немножко видно. То есть детализация вышла, не устаю я повторять. Вот вышло солнышко. Сейчас я покажу, как оно наглянцовано, как оно смотрится. То есть как я рисуночек отстеклил. Вот опять видно мое отражение. Всем привет! Ну и пишите в комментариях, на какой камень оно вам похоже. Можете вставлять ссылочки на изображение в комментариях. Ну, будем смотреть. Ну и всем, кому нравится такой камушек, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Делайте красиво и живите богато.